Анна Кустова. Добрый день, Андрей Андреевич. Пожалуйста, если утром ставить ритуальную защиту, как вы учили, то сколько по времени она действует? Целый день и ночь. Вы никогда не озвучивали, сколько она действует. Она действует день и ночь. Писали, что, как и все практики, 6 часов действует. Спасибо за ответ. Они не правы. Ритуальная защита, если ее поставить сегодня, будет действовать целые сутки. Если на второй день сутки и 10 минут, на третий день, если человек ставит ритуальную защиту 3 года подряд, то после этого он ее может не делать 10 лет. Почему? 3 года достаточно, чтобы поставить ритуальную защиту и пользоваться ей на 10 или даже больше период времени. Если человек на протяжении своей жизни больше 10 лет ставит ритуальную защиту, и в этот момент у него, если это женщина, рождаются дети, то ребенок, который рождается у этой женщины, на всю жизнь получает ритуальную защиту, которую ставить ему не нужно. Вот так.